В России предупредили о случаях бубонной чумы в США. С начала года было зафиксировано 3 случая заболевания среди людей. Роспотребнадзор предупреждает о случаях бубонной чумы в США и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок, информировало ведомство на своем сайте. Отмечается, что согласно отчетам Центра по контролю за заболеваниями США, ежегодно в стране регистрируется в среднем около 7 случаев заболевания людей бубонной чумой, большинство из которых регистрируется в штатах Аризона и Нью-Мехико. Также по информации ветеринарной службы штата Нью-Мехико с начала года в штате зарегистрировано 22 случая бубонной чумы у белок и 3 случая заболевания среди людей. Кроме того, по Министерству здравоохранения штата Аризона повторно оповестило население штата о новых случаях гибели диких собак в результате заражения бубонной чумой. Ранее аналогичное сообщение было сделано в июле этого года. Переносчиками заболевания являются блохи грызунов, которые в свою очередь являются добычей диких собак. Результаты лабораторных анализов показали, что 10% исследованных блох заражены возбудителем чумы. Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон был зафиксирован случай заболевания бубонной чумой. Напомним, в 23 населенных пунктах 13 областей Украины был объявлен карантин из-за вспышек африканской чумы свиней. По материалам сайта news.com.